Всем привет, меня зовут Макс Прайм, и я сегодня хочу рассказать, что можно открыть бизнес с 14 лет. В общем-то, это у нас будут бизнес-идеи любого года. Итак, начинаем. Если вы еще не знаете, что такое бизнес, то вкратце расскажу. Это когда у вас лучшая идея, и вы хотите ее реализовать. Если вы не пробовали, и у вас есть много денег, то это возможно. Вот. Если, например, то есть составим, например, ну давайте видеоролики. Ютубер, который снимает видеоролики. Насчет бизнеса я тут не знаю, но есть идея, в принципе. Бизнес-идея. Вы можете, если вы ютубер, как я, который снимает ролики, вы можете нанять кого-то, кто будет делать превью, монтаж, ну и так дальше. Там публикация в социальных сетях и до конца. Это типа того открытия бизнеса. Если у вас есть лишние деньги, то нужно распределиться ими. И я создал ролики, бизнес-идея, сегодня расскажу, как ими определиться. Прежде чем нанимать, да, кого-то для открытия бизнеса, то нужно проанализировать, попробовать и потратить немножко время. Это бесплатный способ и без риска. Но если вы рискуете, у вас много денег, то в принципе у вас получится. Например, может еще ошибку найду. Расскажу про бизнес-идеи. Вот, для того, чтобы сделать это, реализовать, вам нужно самому все это попробовать. Я вам даю просто бизнес-идею, вы там возьмите себе на запас. Можете сразу всех не брать, а может быть один понадобится вам. Тоже очень важно будет. Это такой ролик. Так, например, нужно все попробовать. Например, я чувствую себя ютубером. Для открытия бизнеса я вам должен давать контент полезный. Для того, чтобы он давал, нужно или делать лучше контент, или кого-то нанять. Но чтобы я кого-то нанял, нужно иметь какой-то капитал. Сначала нужно развить свой канал, а потом уже да и нанимать кого-то, делать свой бизнес. Про бизнес-идеи добавлю еще, ну и так дальше. Повторяться безумие. Идея заключается в том, что вам нужно знать, про что будете снимать. Вам нужно на будущее нанять. Это, знаете, как фильм делается, и через год он выпускается, и остается этот фильм на вечность. В принципе, тоже можно так попробовать с роликом. Я еще не пробовал, никого еще не нанимал, потому что когда я делаю контент, мне всегда маленькие просмотры и нет денег для того, чтобы кого-то я нанимал. Поэтому у меня нет такого опыта, но я видел ролики, где они рассказывали много разного, не все вместе кучу, как я, да, только я не все раскрываю от А до Я. Но говорю точно и конкретно. Тоже, в принципе, контент сойдет. Подпишитесь на канал Макс Прайм. В интернете вбейте Макс Прайм. И YouTube канал есть, там просто на английском Макс Прайм 3. Там ссылка есть. Там давалось выбор, а жаль, что только цифры нельзя убрать. Ну ладно, написал цифру 3. Мог написать один, но три цифры, это значит у нас бизнес-идеи 3. У меня еще такая тарочка есть. Можете узнать мой фон. Оцените, как он такой фон. Может его ли изменить, потому что хочется как-то разнообразие. Продолжаем. Бизнес-идея, часть 2. Хай будет так. Вам нужно... Это уже часть 2, нужно уже подумать бизнес-идеи. Вам нужно, когда вы первую часть узнали,
Сегодня я уже рассказал про это. Только что вы сделали контент-план. Дальше. Когда проходит момент, это уже часть вторая, про бизнес-идеи, вы видите результаты, что вы делаете с этим? Проанализируйте, можете сразу продолжать инвестировать. Это вот туда именно. Или же кого-то нанять. Это все вместе бизнес. Как сделать или как открыть бизнес? Для чего нужно влаживать? Для того, чтобы получить больше, чтобы типа того, люди смотрят ваш ролик, как-то вам капает за это, за рекламу и за покупки вашего товара, неважно сколько вам, наверное, лет, ну желательно с 18. У меня нет товара, поэтому не, не считайте. Но был товар до 18. Давным-давно помню. 2 года, 3 года. Примерно как-то так вот. Открыть бизнес. Продолжаем. А то есть я сейчас бьюсь и все. Но я вроде бы накопил тут багаж знаний, могу рассказать. Что вы влаживаете, продлеваете, то это принесет больше плоды, поэтому я вам рекомендую это сделать. Ну или же вы проанализируете и узнаете, нужно ли команду делать, монтажера, фотографа, делать свой фильм, клип, хотя бы один, потом два, три, и уже пошло, пошло, пошло. Потом создаете хотя бы одну группу, потом две, три, и так же самое. Это будет медленнее, тяжело. Будет, также можете им нанять, они будут вам рекламу давать. Это лучше, чем покупать у кого-то. Чем вот так вот, а на автомате раскручивается, ну. Только нужно кто-то, кто будет это все делать за небольшую сумму, чем покупать ее на Google AdSense, всякое такое. Там подороже, и там контент, ну, там люди. А если убираем тот путь, то там автоматизме, но не немного приносит людей. Ну, принесет, думаю, если вы какой-то продукт делаете. Думаю, вас найдут. А если так просто, развлекательная тема, всякое такое, то как-то не то. Это бизнес-идея касается Ютуба. Ну, вы можете проанализировать свою идею бизнеса, то, что вы чем занимаетесь, и делать себе. Или придумать, чем будете заниматься. А вот про бизнес-идеи, это прямо в конце ролика. Делайте, можно войти в YouTube, раз в социальные сети, в Instagram, продавать свои товары там, или покупать в каком-то сайте, потом размещать в социальных сетях. Вот вам бизнес-идея. Еще добавлю, фотограф, бизнес-идея, так же самое, монтажер, ну все почти то же самое. Если брать, например, шахматист, шахматы, бизнес-идея, ну вы знаете, там не так-то и просто вырваться, там много конкурентов, просто развлекательная тема. Поэтому вы сразу же ищите что-то новое. В интернете бывает, что в тренде, когда вы, ну, какой-то новый мультик, вы создаете группу. Например, мультик одноглазого, трехглазого, шестиглазного мультфильмера. Вы делаете группу, тем самым у вас получается некоторые бизнес-идеи, ролики можете давать и делать, мультики рисовать, всякое такое. Ну или делать какие-то обзоры. Ну, в общем-то, также продавать телефоны, да, можно. Это то же самое, как создавать социальную сеть Instagram, там вложат товары, у вас как это магазин. Вы же играли когда-нибудь игру про магазин на хотя бы любой социальной сети, то в принципе вам она поможет. Так, сейчас проверю, сколько мы снимаем, а пока покажу вам фон. Мы с вами снимаем 10 минут ролик.
Давайте немножко рекламу сделаю. Ну и все, в принципе. Значит, смотрите, у нас новые ролики выходят каждую неделю про инвестиции. Рекомендую посмотреть. И немножко разговорные ролики. Если есть у вас какая-то идея или задумка, пиши в комментариях. Прочитаю, ну и сделаю тоже. А вот так как-то закончим. Всем удачи, да и всем пока.